Дорогие коллеги, глубоко уважаемый Игорь Анатольевич, примите сердечные поздравления с юбилеем, с 95-летием со времени основания Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской от нас, от коллег, от коллектива Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Ленина. Мы сердечно поздравляем вас со столь знаменательной и масштабной датой. Искренне желаем вам крепкого здоровья, стабильности, мира, процветания и как можно больше новых читателей и новых книг. Мы благодарим вас за совместные проекты, которые с каждым годом у нас занимают все более и более значимое место в наших планах, в наших буднях. И надеюсь на дальнейшее продолжение нашего творческого и профессионального соработничества.